24 августа в Деро прошел региональный форум «Сельская школа ждет вас, земский учитель». Основной целью данной программы является привлечение молодых специалистов в школы, а задачей – совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации. На мероприятии с докладом о патриотическом воспитании школьников выступила руководитель регионального методического центра ЦНПП Деро Антонина Кычкина. Она рассказала о важности воспитания у детей любви к своей родине, особенно в нынешнее время. Кроме того, с подобными докладами также выступили и другие гости мероприятия со всей республики. Так, учитель биологии и химии МКУ Сарханчинская Сошка Айтакского района, земский учитель Алибулат Гасанов, рассказал присутствующим об особенностях организации проектной деятельности на базе центров образования «Точка роста». А учитель информатики СОШ номер 6 Буйнакска Мурад Ахмедов поделился информацией о цифровых образовательных ресурсах в школе.